На этот раз азербайджанцы опозорили нас в центре Москвы. Это можно считать маленьким поражением. Очередной успех Азербайджана, очередной позор Армении. Как передает Ахар Ас, об этом заявил армянский политический обозреватель Тевос Аршакян. 9 ноября в азербайджанском павильоне ВДНХ в центре Москвы был организован показ фильма «Шуша. Ты свободна», посвященный освобожденной от оккупации Шуши. Баннер фильма сутками рекламировался во многих местах Москвы. Посольство Армении в России и армянское лобби сделали все возможное, чтобы как-либо попрепятствовать показу фильма. Было сделано много жалоб, но безрезультатно. Показ фильма, в котором показано, что Армения является агрессором, организован был с легкостью. Это новое поражение армян. Какая сила духа должна присутствовать в человеке, какая любовь к своей родине, чем он должен руководствоваться, чтобы просто фактически голыми руками взобраться на эту скалу, понимая, что, возможно, это будет последний день в твоей жизни. У нас больше нет сильной диаспоры в России. И наша диаспора проиграла Баку, сказал армянский политический обозреватель Тевос Аршакян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.